Добрый день. Недавно я показал ролик со скоростным рисованием, то есть увеличил скорость ролика. Но мне не совсем нравится кожа на портрете. Немного пластмассовая. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта, создаем новый слой, на него копируем главные объекты кожи, рука, лицо, тело, ухо. Сливаем все в один объект, назначаем прозрачность, вырезаем из этого объекта глаз и зубы. Затем идем во вкладку «Эффекты», «Шум», «Добавить шум». В открывшемся окне выставляем уровень и плотность приблизительно 87. Цветовой режим произвольный. Нажимаем ОК. Получаем вот такие крапины. Поиграем с прозрачностью. Я остановился на 89%. Теперь займемся кофточкой. Копируем основной объект кофты и вставляем его на слой эффекта. Зальем растровым узором, подберем масштаб узора. Поиграем с прозрачностью и наложением. Я выбрал текстура и прозрачность 91. Применять или не применять эффекты – личное дело каждого. Всем пока-пока!